Ну чего ж круто, ну, иметь у себя лазер. Вообще такой брелок с лазером и фонариком. В темноте берешь, подсвечиваешь, что тебе надо. И вообще мне нравится, ходишь такой, светишь там куда тебе угодно. Вообще классная штука, реально. Классно. И еще у него есть такие эффекты крутые, что он может в воде, ну, оно так получается, и фонарь подсвечивает в воде воду саму. Но именно лазер это делает круче. То есть прям видно по воде, такая полоса идет. Потом раз такая останавливается на палочке, и палочка загорается. Хотя вон на пальце уже отражение идет. Вообще крутая штука. А чем длиннее, ну, вода, тем, ну, то есть если вы в речку будете светить, то по идее длинный луч будет. Или если будет идти дождь, или туман будет, и вы будете светить, то прям будет виден такой луч. Через туман на большое расстояние идет. Это будет круто. Но единственное, что нельзя светить в глаза ни себе, ни другим людям, ни животным, ни коту, с которым вы будете играть. Так что, когда он поворачивается, выключайте лазер. Потому что это может попортить глаза немножко. Вообще классная штука. Такое все мерцает, переливается. Это уже отражение идет. Вообще круто на самом деле. Прям максимально. Ну, самый красивый лазер смотрится, это когда такая линия идет. И чем она длиннее, тем круче. То есть, если будет туман там, или какой-нибудь снег, или дождь, вообще будет круто смотреться. Будет такая длинный луч. Ну, насколько он может длины. Ну, в общем, на всю максимальную длину лазера обозримую. И это будет реально круто выглядеть, вот как сейчас. Такая линия, только более длинная, и это будет круто. Вот так что. С ним реально приятно, вот с лазером. Я доволен, что я его купил. Классная штука.